Самара, Тольятти, Пермь и удмуртское село Завьялово. Таков квартет участников зонального этапа первенства России среди девчонок 2002 года рождения. В понедельник эти соревнования стартовали в спорткомплексе «СамГТУ». Путевка в следующий, полуфинальный этап гарантирована только одна. Безусловные фавориты – команды нашей губернии. Отметим, что впервые за последнее время хозяином турнира выступила самарская «Сдюшор» номер 13. Церемония открытия соревнований получилась яркой и запоминающейся. Настоящий праздник спорта. С торжественными речами, выступлением творческих коллективов и интеллектуальными конкурсами. У нас и Самара, и Тольятти, и другие города регулярно принимают крупные соревнования по баскетболу. Но этот турнир примечателен тем, что атмосфера, которая была создана сегодня здесь, она просто по-настоящему баскетбольная. Потому что много народу на трибунах, есть конкурсы для участников, конкурсы для зрителей. В общем, старания организаторов, да, и прежде всего директора 13 спортшколы Ленина Кунзуева, они, конечно, видны, и нам очень приятно, что соревнования для детей, это всего лишь вторые официальные соревнования для этого возраста, 2002 года рождения, проходят в такой праздничной атмосфере. Две команды от Самарской области здесь. На что надеемся в плане результата? Мы надеемся, что обе наши команды будут играть в финале. Кто из них окажется сильнее, покажет только игра. И уверены, что одна из наших команд пройдет в полуфинал соревнований. После матчей группового раунда квартет в полном составе пройдет испытание серии плей-офф. Победитель зонального этапа определится в ближайшую пятницу.